Новый учебный год чиновники с Министерства образования начинают по-новому. Приятная новость. Отечественным педагогам поднимут зарплату и начнут обучать по кембриджской программе. Учителей эти меры должны подталкивать на использование новых информационных технологий. Но все это, по словам вице-министра Мурата Орунханова, зависит от доброй воли педагогов. В этом вопросе, конечно, какую-то отмашку от министерства ждать нельзя. Учителя страны, конечно, руководствуются собственным пониманием своей роли в подготовке воспитанием подрастающего поколения, собственным и руководство своим потенциалом. К слову, накануне педагог по образованию и мэр Астаны по должности Имангалит Асмагамбетов, совещаясь с учителями, тоже долго говорил о внедрении новых технологий. Вот как должно бы быть это в школах по господину Асмагамбетову. В средней школе необходимо постоянно обновлять свой инструментарий, внедряя в процесс обучения современные технологии, новейшие средства коммуникации. Необходимо быть в курсе любых изменений в информационном и технологическом пространстве для того, чтобы соответствовать уровню и темпу развития информационного общества. 30 лет назад я эту школу закончил, и мне стыдно в эту школу заходить. Я такой школы не видел. Но у меня двое маленьких детей во втором классе, в четвертом классе. И они ходят в эту школу. Вот она, да? У предпринимателей из самого близкого к Астане села Хызылсуат, Токбулата и Гасанова каждый день перед глазами иная картинка. Вот эту школу в родном ауле он отремонтировал сам. Провел воду, сделал санузел, наладил отопление. И тут, как говорится, не до 4G. Говорит, государственные программы остаются на уровне трибун и осваивания средств. Пользу ни от одной из них хызылсуатовские школьники на себе не испытали. Ведь была же программа 100 школ от президента. Если самый близкий поселок от Астаны, самый близкий поселок, вот мы, если никакой школы не можем увидеть, я не знаю, что за программа была, которая была указ президента, а никто ничего не слышит. За последние годы сферу образования лихорадит совсем не по-детски. И ведь деньги вливаются взрослые. Каждый новый министр пытается запомниться реформами. Но если реформа – это изменение, то изменений к лучшему не видно.